Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Турцию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Также напомню, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо за поддержку канала и приятного продолжения просмотра. Можно вернуться? Да, блин, когда закончится... Вернуться? Ну... Да. Просто... Давай, там, давай нам посчитают. Давай. Лёша, а можно, пожалуйста, счет? Давайте после слова «поехали» вы начнете биться. Поехали. После слова «поехали». А ты не отводил его почему-то? Ну ладно. Я его апал, а не отводил. Понял. Ну вот, если бы у меня не было мисклика с лучником, у тебя был бы минус вору сейчас, но просто он у тебя теперь стоит и жив. Ну вот, было 170, стало 129. Минус 40. Ну вот видите, видите? Ну, сейчас ты поставишь какую-нибудь новую карточку, и будет все хорошо. Я даже знаю, какой рационализм. Я ее уже поставил. Это с ней. Не-не-не. Это у тебя сейчас еще что-нибудь появится теперь. Ну да, он в просвещении, в принципе. Влад, у меня голда в плюсе. Плюс 8, если плюс 9. Тоже. Нормальненько, нормальненько. Ну понятно, что у тебя тоже. Артист, это плохой вариант. Давай, может, мы финансы? Будем с тобой промышлять. Ну, да, просто у тебя есть горы, у меня есть горы. Я хочу что-то, что деньги поднимет. Финансы не... Когда... Не, давайте этих рабочих. Мне уже не нужны деньги для апгрейда. Следующую хату сейчас сыграем. Тут буквально осталось раз, два, три юнита. Ну чё? Промпу? В компуса? Или нет? Конечно, компуса. Промпу. Промпу. Производство зданий в промке. В компусах что, за веру можно купить? Или там уже все построено? Кстати, мне как-то религию надо свою распространить, то есть в Стамбуле... Ладно, напоминаю, на счет. До 10 вырастить, ну, да, и священное место поставить. Не, мало ли, отвлекся. Лучше повторить. Алексей, нам нужна твоя помощь. Вы готовы? Да. При слове «поехали», «поехали». О, это... Наконец-то. Ну, ты понял, Влад. Да, смешно, согласен. А вот этого я не делал, то, что произошло. Ну, извини. Не-не, я ничего. Это игра. Ой, смотри, как умею. Это... Надо, тут холм. Это я типа позер поныл, что не получилось, а потом сделал все как надо. Там холм получился. Военный союз себе даю инк. Ты можешь Наску угомонить? А то она... Так что, мне французу дать военный союз, да? Давай. Это ты меня нашел? Опа. В смысле не поможет, ты мне город не забираешь? Да нет, не понял наглости.
не поможет в плане того, что я город и так пока не спешу забирать. А Инку это поможет хотя бы как-то отбиваться. В этом моя логика. Так, кто говорит про союз? Я тебе кинул. Угу. Слушай, Влад, я благодаря тебе лучника до 5 докачал. Объяви, пожалуйста, войну французу. Это кто говорит? Какие-то люди разговаривают постоянно. О, Инг. Неожиданно. Ну, у нас же военный союз. Нет, у нас военный союз, да. Я даже не знаю, где ты живешь. Я понял. Хорошо, написано было. Ренецен объявляет вам войну, и у нас дружба. Я, короче, просто не туда нажал. Я, типа, нажал тебе дружбу, и сразу после этого нажал войну. Ну, случайно. И поэтому мне тоже было написано на экране. На самом деле, это визуальный баг, и если написала про войну, скорее всего, мы с тобой в войне. А показывает, что мы с тобой в дружбе, у нас будут караваны бегать и все. А, японец, можно тебе по максимуму бабла занять? По максимуму? Да. Насколько сможешь? Я бы не давал. Я бы давал, даже, возможно, сам помогу. Скидывайся, ребята, дам. Опять воруют, да что ж такое? Кто просил голду? Инк. А, у вас война, как-то я потерял из виду. Да. Кто на этот раз? А, ГГшка. О, сколько ГГшек я нашел. Влад, спасибо. Да, обращаюсь. Я отойду на полминутки, пока таймер идет. Я не буду атаковать, пока ты не вернешься. Там сейчас реально Наска просто город заберет у француза. Смешно. А может, я могу все-таки олигархическое наследие? Есть, отлично. Все. А я думал, нельзя будет поставить. Так, два посла. Ну, я пока никуда не отправляю. Надо этого парня спасти. Не, надо им отойти сюда. Тогда он спасется. Отходи. Фух. Так, ладно. Да блин, ну... Так. Бью я вообще выстрелом?
Вроде нет. Тогда лучше давайте я куплю какую-нибудь лошадь быструю. Чтобы города захватывать. О, ой, сменить надо. Что у нас тут есть? Это нафиг надо у Виктора. Блин, надо было сначала брать эту амбразуру. Ладно. Возьму сейчас и какой-нибудь юнит здесь сделаем. Что, ты вернулся, француз? Я не уходил. Ну, в смысле, я вернулся очень давно уже. А, окей, сори, я как-то затупил. Ходи, я не атакую, я в защите стою. А я тоже. Пока вот был ходик, я по городам хотя бы начал нормально подоставлял, что им делать. Я тебе скажу, что ГГшка пока успешнее тебя войну ведет. Она как бы голый город бьет. Ну да. Там стены. Да. Но там мушкетеры, в общем. Я не думаю, что это сильно поможет ГГшке. Не, все, уже не поможет. То есть, ты остановился пока что, да? Я да, прав... юниты строю. Ой, не юнитов, я здание строю, домики. Я на самом деле удивлен, что индуса никто до сих пор как угроза не воспринял. Почему я могу быть угрозой, если у меня 5 городов и 60 науки, когда у людей уже 145? Короче, у всех больше сотки. Потому что через 10 ходов ты сносишь мои 3 города, а потом забираешь 3 ГГшки и ставишь... город под глазом Сахары на науку и догоняешь всех. Ну, я не уверен, что я буду 3 ГГшки забирать. Мне-то на самом деле все из них, в принципе, вполне полезны. В любом случае, ты ставишь после моих 3 городов под глаз Сахары город на науку и чувствуешь себя более чем комфортно. Не, сюда поставим. Я к этому веду. Ну, это типа логичный как бы разворот событий был бы. Ну, Наска по-любому должна падать, она бессмысленная. Брюссель, да, окей. Почему она в этом городе будет нереально крутой? Там же пустыня. Я забафаю клетки просто до безумия. А, что ты имеешь в виду к пище, к этому? Ну, пища, вера, золото. А это промка, да. Промка. Ну, тогда да, не спорю. Я надеюсь, тебя мои торговцы не смущают. Так, я хочу на счет воевать, но это хрень, меня инк перекликивает только в путь. Давай. Только отсрочиваешь неизбежное. Посмотрим. Thank you.
какой? Средневековье и Возрождение. Еще и выжил. А у Алексея с Инком там все интересно, я так понимаю, да? Да. Более чем. Вы же там торговали через дырочку наслаждений, разве нет? Сулейман, мы продляем союз? Да. Только ты мне сам предлагай, все хорошо. Ну я вроде кинул уже. My attempts to avoid why. А смысл? Я объявлять войну не буду ему на союзе. Инк, напоминаю, это... насчет. Это была попытка на невнимательность, честно тебе говорю. Извините за обман, но это так. Я готов, посчитайте. Инк, ты готов? До трех. На три, да, на три кто-нибудь посчитай. Ну, на три или после трех? Блять. Молодец. Что? Очень-очень Инк нервничал. Очень. Реакция. Ну... На три. Я, ладно, я готов, просто я тогда убиваю твоего, или мы грузим сейф. Давайте без загрузок. Ну, давайте без загрузок. Ну, Инк встал в то место, откуда я должен город захватывать. Так, ну, убьешь чувака, это захватишь, вся проблема. Да? Ну, хорошо, можно мне тогда сейчас ходить уже тогда? Ну, ходим. Ну, я могу убить вот этого хотя бы кирасира сейчас? Нет, ты можешь... Понятно, грузим сейф, все и понятно. О, чувак хочет и встать, и кирасира спасти, он все хочет сразу сделать. Я говорю, можешь сделать первый выстрел, давай, ходи, и как ты сделаешь выстрел, сразу же я. Блин, ну почему? Ребят, вы разобрались? Да. Супер. Так, надо генерала подвинуть. Почему у меня походила вот та? Влад, хочу тебе сказать, что мы официально воюем 40 ходов. Прекрасно. Они официально. Если ты забыл, да. Хочешь помириться? Я? Я надеялся, что ты меня заберешь еще там, как бы на 30-м. Я люблю мучить людей перед тем, как убивать. Я просто понимаю, что через 10 ходов я упаду за 2-3 хода, но это будет. Это надо ждать. Прости, ну честно, прости. Если бы ты легче оборонялся, я бы забрал твой Париж. Ты видишь, решил серьезно играть. За что тебе спасибо, на самом деле. Да, да. Респектуха. Люди просто сразу тупо фидят, и все, и конечное начинается. Я просто подумал, что это будет неинтересно. Насчет, Инк, Инк, насчет. Убери руку от мышки. Давайте посчитаем. Насчет три, правильно? Как ну, скажешь. Вы готовы? Я готов. Да. Раз, два, три. Ну, я так думаю, что тут можно было не считать, я так понимаю. А
А насчет фида, ну, типа, я же играть пришел, а не фидить. Зачем мне это делать, даже если я в проигрышном положении какой-то? Я... Есть люди, которые не так на это смотрят, к сожалению, и просто тупо фидят людей других. Ты красавчик. Что так не делаешь? Ну, типа, без юмора. Мне это больше всего бесит, когда ты играешь, и тебя, типа, нормальные соседи, а у кого-то халявный. Да-да-да, да, вот это да. Он такой, ну все, я что-то у меня тут не получилось, я пойду. Даже не нападают на него. Он такой, ну все. Что-то не очень у меня тут. У нас так вчера парень в игре. Ну, ему не очень повезло с местом. Он там очень сильно просил скрапнуть. Плюс у нас там парень вылетал. И в очередной раз вылетает паренек, и он такой, типа, выходит из игры и пишет в Discord в чатик, типа. Ребят, что-то с интернетом, не могу, да, подключиться. Типа, сори. Я же как раз вам заходил на замену. Да. Да, как раз это в этот момент. Просто парень решил слиться с игры. Ну так кто это? Давайте ему этого дадим. Варвара. У тебя с этим... Сульман. Да. Ну, когда кончается? Если сможешь найти Санджи... Через 20 ходов. Мы только заключили вот недавно, да. Но эти были не селитры вообще нет. То есть... Кстати, этот Саджа или Санджа, я Санджей, сегодня Инвиктусу уже написал. Да. Я сегодня Инвиктусу уже написал, это Ливер и Упорыш. Там он какой-то... На дубинах в меня упоролся. Там какой-то школьник сидит, откровенно. Он очень грубо общается со всеми. Ну, типа, парень себе допускал высказывание, типа, о, вот это ты пантеон взял, вот ты дебил. Так а почему вот вы не сообщаете об этом? Зачем вот это вот вы сейчас рассказываете? Почему вы не сообщаете о таких людях? Не, я Инвектусу сегодня написал, Инвектус сказал, что примет. И по голосу он, кстати, похож на лже Сандро, который играл там. Кстати, да, похож. Дай сагази, слушай сюда. Сейчас... Сульман потихонечку выходит с моим сопротивлением, но сейчас все равно потихонечку отбирает мои города. Если он их отберет, вы его по науке никогда в жизни не догоните. Слушайте, а мне что, не переходят эти улучшения инкские, да? Что ты еще раскатал, а? Японец, а хочешь прикол? Артист, слышишь? Понял, я на твою территорию заступил. Да. Это понял, это баг. Не. Ты не понял фишки. Это. Ты же видишь, что дружба. Да. А я типа могу. Давайте мы Ибрагима Вульку Уаман пересадим. Это вот из-за того, что я тебе одновременно и дружбу, и войну кинул. Потеряю. Вот поэтому ты можешь ходить по моим границам, а я тебя убивать могу. Пингалу в столицу тогда. Скахамарка вообще подстава. Сама отваливается, сука. Умница. Город понимает, кому он нужен. Сжечь её нахер. Это подстава с турками, потому что я же захватываю твои города, и они не теряют жителей. И, соответственно, я влияние офигительное имею. Влад, отпусти, а? Ну, возможно, я тебя отпущу скоро. Возможно, я пока не уверен. Типа, я не буду сдаваться, но ты приди серьезной армией, чтобы забрать. Надо построить. Мне так нравится домики строить. Понимаешь, я из-за того, что строю юнитов и стены, не могу строить поселенцев. Типа, я дальше бы развивался спокойно. Ой, у меня угля же нет. Вообще уголь вот есть. Тогда ты придешь и заберешь меня. Тут его обратно. Видишь, как интересно получается. Проблема в том, что у тебя есть селитра, а у меня нету. Вот ты и на этом заканчиваешь.
На счет? Да, да. Посчитать вам? Да. На счет 3. Я готов, ребята. Да. Отлично. Раз, два, три. Этот же, да, работает, да, средневековье и возрождение. Думаешь, арбалеты мне тут не понадобятся? Блин, это я затопил. Очень сильно затопил. Я не тот домик построил. Эх ты. Можно назвать себя тупицей? Или это все-таки будет слишком Конечно. Грубо? Нет, я не буду. У нас эмоционально позитивный ФФА. Я как-то забыл о том, что я же Вера играю и просто домик построил на шпионов. Эх. Кстати, это один из самых немногих ФФА, где все очень позитивно воюют и дружественно общаются друг с другом. Леша боятся. Обычно вот это Invictus, ну зачем? Не, почему? Я иногда бывает такое. То есть, ну зачем? Ну почему, да? Почему не спросить? Ну зачем? Особенно, когда мы в тебя с Инвиктусом упоролись через полкарты. Когда ты решил задефать Грека. Я? Грека? Опять какая-то старая игра. Грек проплыл клеток 50, чтобы напасть на меня на Швеции. У него это не вышло. И ты не позволил мне Инвиктусу забрать Грека и начал упарываться в нас. А мы, соответственно, сюда. Вообще не помню. Ты за Японию играл. Я за Японию играл еще. Угу, угу. Ну что, не будет, кстати? Давай. Ты можешь ходить, вам. Я не буду сейчас ничего делать. Можешь ходить. Так, просто под генералом у них больше очков перемещения. Поэтому и надо... Так. Туда пройдем, видимо. Дальше. Влад, в начале следующего хода, пожалуйста, спроси, на месте я или нет. У меня просто действий нет, я пойду покурю. Быстро. Ну, я не буду тебя атаковать в начале следующего хода. Окей. То есть я Кахамарку не хочу трогать, раз она сама отваливается, ну... Попробуем сейчас тут три последователя. Так, давайте здесь художественный музей и нанимаем миссионеров пока. Слишком резво все-таки попёр. Вот теперь на счет давай. Давай. Посчитать вам? Да. Ну, когда мы загрузимся.
Алексей, я готов. Второй. Да, готов. На счет три. Раз, два, три. Я три не услышал. Я сказал, блин. Три. Я думал, на самом деле. Я думал, у меня не стреляет. Тут холм, что ли, у тебя, не пойму. Блин, я фигово привез. Фигово привез эти. Ну как их? Ну ты понял. Ну я понял. Влад, пожалуйста, если на следующий ход атакуешь, то спроси сначала. Сколько стоят эти? Я начал 240. Ну я бы купил в этом городе. Блин, ну тут фигово тогда. А город на холме? Город не на холме. Тогда можем подойти, пожалуй. Да ладно, блин, ну чё за... То есть город через холм стреляет нормально, да? Да, всё. И юниты через холм стреляют, ну круто. Отойдем. Здесь надо отойти. Ну, вопрос времени, мне кажется. Сейчас надо вот авиацию строить и захватывать его. Влад, если нужно, я тут. Понял. Мне с культурой бы что-то сделать. Так, давайте усиление апостолов купим. Одного и второго. Укрепим религию. Сильно тут она отваливается-то, да, нормально. Хрена себе. Да, что-то больно как-то. Мне в шестой циве не нравится, что типа города и юниты в них никак игнорируют препятствия. Это неправильно. Наверное, логика о том, что города выше находятся, типа из-за того, что. Ну, юнит, типа на стенах там могут быть что-то такое. Mm-hmm.
Рурочка. Ну, тут тяжело, видите, эти горы, поэтому я бы, наверное, все-таки самолет... О, минус 1,2 у него стало. Самолетов, может, все-таки дождался. Что-то я воякучу ничего не строю. Шпион 4 хода. Так, к Ацтеку отправляем, он там впереди. Будем у него все тырить. Вот и время аэродромов наступило. Нет, ну тут они будут разваливаться. А, я не могу отдать эту территорию, потому что я воюю с Ацтеком, ясно. Две верфи. Это мы не сможем сделать. Дальше. Может, Лян прокачать лучше или Амани назначить? Ладно, Амани назначу. В конью. Так, и здесь надо вырубать вот тут около Сиваса все. Укрепление религии. Так, во-первых, берем клирики миряне. Во-вторых, давайте ступу. Блин, 7 х. Опять я в шуле в нормальный век выйду. Ну какая-то игра в нормальном веке сегодня. Знаете что, мне надо корабль купить. Потому что у меня еще корабля не было. Какие у нас тут каравеллу, давайте. Вот вам очки пришли. Что, Ацтек не удалось стырить, да? Что-то там или что-то там делал. Да я так, только посмотреть. Получил по своей наглой ацтекской морде? Вот так вот, да, добрый сосед? Кого мне там убили? Не понял, а как это... Инка, а, как так это? Ты еще... Инк, у тебя еще своя религия есть. А у Лёши крестовый поход, да? Да я не распространил на него ничего. Крестовый поход же наоборот работает. Ну. Вот ты делаешь, я его не распространил. Не, так он же, по-моему, просто на твоих юнитах работает. Или нужно, чтобы на нем он надо, был? Надо, чтобы города были. Описание можешь прочитать? Открой религию, прочитай описание. Там же все написано. Ты с защитником веры путаешь. Инк, что ты молчишь? А чего не говорите? Я спрашиваю, как это получилось, что ты убил мою пушку, когда нету тут твоей пушки? А. Нет, почему? Вот видишь? Где стоят мои стрельцы и пикинера? Ну? Вот сюда приехала твоя пушка. Я а, она приехала туда? Блин, да какой-то мисклик. Да, да, да. Это мисклик, значит. Вот.
Ну я же не просто так сюда идти, с кольцов пикинеров. Они сюда встали. Так, каравеллу и автоматом отправлю исследовать, просто я не успеваю ходить всеми. Ну я не знаю, где мне еще очков взять. Самолет первый сделать, что ли, только. Ну, сейчас я куплю, наверное. А, все. Я уже могу покупать. Влад, это финальная битва. Битва 860, до хрена. Ну, еще нет, но да, я планирую скоро. Блин, 9 ходов. Влад, предложение. Это прям срочно тебе, что мне прям нужно. Хотя бы 6. Не, ну 6 не надо, ладно. Давай. Что давай? Давай потом. Окей. Через ходиков 5-7, я думаю, смогу выделить. У меня просто эти священные места должны еще и культуру давать, по идее. Да, 2-4, видите. Не священные места, а здания в них. Граждане, кто болел за Инка и не только, совместными усилиями я более-менее остановил, пока что, по крайней мере, так смотрите. Но у человека теперь дофига науки. И скоро будет самолет. Ну все, мы тоже скоро в самолет выйдем. Да, все будут в самолетах, кроме тебя, Инк. Ну, нет, у меня до сих пор, в принципе, наука не на самом дне. Японец, предложение. Пойдем-ка Хамарку все-таки захватим, когда она медленно отваливается. Или подготовиться к ее захвату, когда там она отвалится просто. Ну слушай, ну Инг, ну согласись, что ты жадно расселился. Вот, посмотри, где у тебя Куско и где мой Стамбул. И вот как ты поставил города? Ты жадина? Два города в твою сторону от столицы. Какие два города? Уалька, Уаман, Аякучо, Кахамарка, Антавайли, это вот все. И там еще я сверху не вижу. Нет, я имею в виду не количество городов влево, а я имею в виду... Ну ты сразу поставил в мою, в мою сторону смотри, эти города. Вот ты сейчас и расплачиваешься. И ставил бы так жадно, не было бы вот так легко на тебя нападать. Ничего, да ничего подобного, ты всегда вычуешься. Вот тут и все. Соседи тебя. Другой повод пошел. Так не было бы так легко нападать, что они так рядом находятся. Это не в поводе дело. Алексей, предложение посмотри, пожалуйста. Это ты мало предлагаешь. Сколько ты хочешь? Вот так сейчас, да. Вот так. Ну, давай 500.
За 10 штук. Так, я засек аэродром. У вас мана. Может, то, что с аэродромом поиграть? Шевелитесь, гайзы. Типа 7 ходов. Еще. Ну, давайте даже махал вот здесь. Раз там театралочка добавится. И тут давайте Нет, тут давайте эту. Священные места строить. Манус, надо вот это вырубить. Измир Мокшу, давайте. И купим здесь миссионеров. Торговец, инженер. Что инженер там? По-моему, ну, такая хрень, честно говоря. А торговец? Ну, губернаторский титул дополнительный. Почему нет? Давайте прокачаем Пингалу на культуру. Так, этот в Теотиуакан. Еще одного шпиона можно. Сколько ходов осталось? 3. Блин. Мне бы купить самолет, но у меня 6 очков еще. Что, где я еще могу взять очки? А, ну апнуть, кстати, в уголь. А, японец, давай за 500 и плюс уголь ты мне дашь. Можно даже одну штуку, в принципе. Кинь мне следующим ходом, пожалуйста. Так, ты же уже принял одно предложение. А? Ты же принял в прошлом ходу. Я принял. Да. Нет, вроде. Это глюк какой. А ты еще кому-нибудь бросал? Нет. Я не принимал. Я могу атаковать, француз. А может и не принимал. Да, пожалуйста. Обидно. Я тебе кинул ответное предложение, посмотри, японец. Или не кидал? Нету сейчас ничего. Сейчас, короче, я брошу сейчас. Не, ну сейчас пока уже нужды нет, меня усилили. Да, блин. А у меня есть нужда в угле. Дай мне вот один уголь, пожалуйста. А самолеты... 860. Может, все-таки подождать? Ну, ацтека что? Влад, можешь выйти? Ну, мне как бы тоже нужно. А давай ты мне дашь один уголь, а я потом у Лёши куплю селитру. Как себе придумал, да? Как ты меня купишь, если мы в войне? Неправда. Кому нужно селитру? В смысле, неправда. Мы с тобой в войне, ты чё, ты сам не объявил войну? Я говорю и правда. Японец, ты... тебе селитру нужна?
Это кто был? А, Инг. Блин. 5 очков, 2 хода. А, Рурка будет. 1 очко, так. 1 очко. Народ, я кому должен? Я могу отгрузить селитры. И вот можно будет нанять генерала. Отлично. Ну, можешь долго просто отгрузить селитры? По идее, я вышел. На этом пока все. Напоминаю, что спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас. Переходите во вкладку «Сообщество», а подписчики увидят продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!